15 декабря в МКР Медиа состоялась долгожданная презентация аудиокниги для незрячих и слабовидящих детей. Омская область и Алтайский край приняли участие в уникальном проекте под названием «Услышать просто». В этих регионах дети записывали аудиокниги для незрячих детей. Произведения, которые зачитывали школьники, принадлежат местным авторам. С помощью главного инструмента – голоса – дети попытались донести то, что их незрячие сверстники никогда не увидят своими глазами. А сделать профессиональные записи им помогали радиоведущие и педагоги. Стоит отметить, что в большинстве своем у ребят был настолько высокий уровень подготовки, что два дубля практически никогда мы не делали, только тогда, когда хотели какие-то нюансы смысловые подкорректировать. В остальном ребята огромные молодцы, и, конечно, спасибо вам, ребятишки, что вы такие есть. Проект цепляет тем, что позволяет детям познакомиться с авторами своего региона, своей области. Среди юных чтецов был и ребенок, который сам воспринимает окружающий мир через слух. Рома Семеряк с удовольствием принял участие в проекте. Когда я узнала об этом проекте, у меня в душе как будто загорелась звезда. И мне было очень приятно в нем участвовать. Над созданием аудиокниги работала целая дружина неравнодушных людей нашей области. Благодаря волонтерам Центра поддержки молодежных добровольческих инициатив о проекте узнали во всем регионе. С их помощью было записано 174 видеоролика. За год они проделали колоссальную работу, чтобы получить стоящий результат. Однажды одна катилась по небу большая луна. Катилась, рассыпала бусинки звезд на пути. И будто бы будь, назвали одну из дорог Млечный Путь. Ведь это же так высоко, ну как только держится там молоко. Каждый, кто принимал участие в проекте, получил свою аудиокнигу. Вскоре уникальные компакт-диски будут переданы в коррекционные школы. В планах организаторов продолжить реализацию проекта и вывести его на всероссийский уровень. И, как стало недавно известно, добрую эстафету уже приняли барнаульские школьники.